Все великие учителя человечества знали о могуществе слова и учат, что слово «логос» должно нести только добро, радость, свет, вдохновение, то есть нести только то, что говорящий хочет иметь в своей жизни, так как все сказанное рано или поздно становится реальностью. Человек, который несет вражду, ненависть, ложь, речь которого наполнена ругательствами, бранями и другим негативом, приносит в свою жизнь соответствующие события. Поэтому люди, знающие силу слова, очень внимательно следят за своей речью, за тем, что и как они говорят.